прошлой серии бедной Насти. Что ж, я отвечу за свои поступки. Вам обоим придется ответить. Крестик-то не наш, не православный. Мертва, говорите. Это ты рассказал Акурову, что я узнал Калиновскую? Нужно немедленно вывести ее из России. Прежде всего, нужно отвезти ее в безопасное место. Я знаю. Я знаю такое безопасное место. Вспомни, это очень важно. Где сейчас находится Анастасия? Анна, это платье – приглашение на бал-маскарад, который я устраиваю только для нас двоих. Приходи, я жду тебя, Владимир. Ты так долго ждал этого дня. А теперь не можешь поверить, что он наступил? Только смотри, недолго. Ты не сват, не брат. Не хочу потом перед начальством объясняться, что посторонние в камере делали. Как скажешь, дружочек, как скажешь. Он что вытворяют, мерзавцы? Настоящие преступники на воле разгуливают, а бедную женщину за решетку упрятали. Ну, здравствуй, Марфушка. Зачем пришел? А что так грубо? Ты мне не рада? Не рада. Во как. Я даже слова сказать не успел. Марфа Егоровна, я помочь тебе пришел. Что так долго собирался? Не как хозяин тебя твой обидел. Нет у меня больше хозяина. Уволили меня. Отомстить хочешь? Потому и пришел. Ну, мы, конечно, не святые. Левую щеку после правой не подставляем. И поэтому ты думаешь, я с тобой заодно буду? Да нет же, Марфа. Вовсе нет. Я пришел, потому что хочу доченьку твою найти. Настеньку. Спасибо. Я благодарен вам за готовность помочь мне.
Я очень ценю вашу смелость. Впрочем, еще не поздно отказаться. Нет, я это все придумала и все сделаю. Лиза, это небезопасно. Андрей прав. Даже я не смогу вас защитить. Я постараюсь сделать все, чтобы вам не пришлось меня защищать. С ней бесполезно спорить. Она чем-то напоминает мне тебя, братец. Натали, сейчас не время. Я готова. Ну, с Богом. Лиза, послушай, это не очередная твоя игра. Я прошу тебя, если что-то будет не так... Все будет хорошо. Мне не жаль, что огонь закипевший в крови мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало Отец, кажется, ты сказал, что я не нуждаюсь больше в твоей помощи. А я и не буду тебе помогать. То есть ты так просто на огонек взглянул? Я и не надеюсь быть третьим на этом празднике. Просто хотел порадоваться на твое счастье. Отец. Ну-ну. К чему сомнения? Мне кажется, ты ждешь прихода желанного гостя. Вдруг я испугаю ее. Что, если ее чувства развеются от малейшего прикосновения? Разве есть способ узнать это, не прикоснувшись? Может быть, все сделать иначе. Быть может, ей все это не нужно. Ты хочешь сказать, что если ей не нужен ты? Ты не понимаешь, пап? Я так давно люблю ее. Я порой забываю, что она лишь недавно стала испытывать эти чувства ко мне. Не отпугну ли я ее своими ожиданиями? Я горжусь тобой, мой мальчик. Я не сделал ничего достойного твоей гордости. Ты перестал обманываться. Ты... наконец-то признался самому себе в своих чувствах к Анне. Вас ждет много счастливых дней и ничего иного. Как же мне хочется в это верить. Верь. Верь, мой мальчик. Владимир?
кем это вы только что беседовали? Сам с собой. Я частенько разговариваю сам с собой. Как же вы хороши. Правда? Мне очень приятно, что вам нравится. Оцените мои старания. Это все для меня? Нет. Для нас. Господи, ну неужели нельзя жить как прежде? Ну зачем ты раздражаешься Чиху ненужными вопросами? А ты разве не хотела бы разыскать собственного ребенка, о существовании которого ты не знала прежде? А что, если этот ребенок мертв, как сказала Сычиха? Или это плод больного воображения этой крепостной девки? Ты веришь в это не больше, чем я. Она еще очень слаба, но ей уже лучше. Я могу с ней поговорить? Да, только недолго, ее нельзя утомлять. Ну что ты будешь делать? Ты хочешь меня о чем-то спросить? Меня интересует только одно. То, о чем я тебя спрашивал сегодня ночью. Ты помнишь? Нет. Как мне разыскать свою дочь? Ты можешь мне сказать, где она? Могу. Дочку поможет он найти. Счастье-то какое! А разве горе? Да знаю я, кто моя Настя. Лиза Долгорукая. Так мою дочку нарекли. Да. О. Так. Ну, знаешь, так знаешь. Мои поздравления. Только зря от помощи отказываешься. Неужто здесь решила на всю жизнь поселиться? А что с тебя-то за помощник? Как только ты без денег, так ты и рад стараться. А как только разжился копеечкой, так тебя ищи свищи. Обидные слова, обидные и необдуманные. Ты не спеши-то с обвинениями. А то вот посиди и поразмысли здесь. Благо, местечко располагающее. А чего тут думать-то? Я сама только себе и верю. Мало того, что дочь у меня отняли. Вот еще мне не хватало, чтоб ты на моем горе зарабатывал. Ну, во-первых, на твоем горе ни черта не заработаешь. А во-вторых, какая тебе разница, если ты получишь свою кровиночку? Я вот об этом-то сама позабочусь. Ой. За ребеночка переживаешь, а помощь от меня получить не хочешь. А ты о ее чувствах подумала? Каково ей узнать, что мать в тюрьме? Да пустое это. Ведь не знает она меня совсем, Карл. Лиза сильная. Сама со всем справится. Боюсь только вот...
Будет она из-за барона Корфа мучиться. Да при чем тут барон? Барышня долгорукой, до него и дела никакого нет. Сейчас-то нет, но... Да не хочешь ли ты сказать, что Лиска и барон? Я ничего не хочу сказать. Я ничего не хочу сказать. Ясно? Да ясно, ясно. Чего-то не ясно. Да я и не слышал ничего. А если слышал, то не запомнил ни словечко. Пожалуйста, где моя дочь? В избушке. В моей избушке. Она пришла туда. А с ней женщина. Страшная женщина. Кто она? Я ее боялась. Я боялась за себя. Боялась за Лизу. За Лизу? Лизу. Его дочь. Она имеет в виду Марфу? Лиза в безопасности, так же, как и ты. А если ты все знаешь, зачем ты меня спрашиваешь? Я спрашиваю о дочери Марфы. Где она? Дочери Марфы? Да, да, той женщины, которая в тебя стреляла. Ну, ты же знаешь ее. Нет. Я не знаю, какой Марф. Я столько мечтала об этом. А я был настолько глуп. Да я и сама не могла до конца разобраться в своих желаниях. Мой отец говорил, что желания нельзя откладывать на потом. Иначе можно не успеть их исполнить. Но видите, у нас все получилось вовремя. Так что спасибо вам. Да не за что. Я надеюсь, что у вас будет еще много желаний. И я с радостью буду их предугадывать. Хотите, принесу чего-нибудь? Вы что же, барон, собираетесь мне прислуживать? Да, я отослал всех слуг, не хочу, чтобы нам мешали. Варвара зачем-то просила оставить в доме Полину. Но я отказал. Я, может, про нашего барина
побольше твоего знаю. Что ты имеешь в виду? Ну, было дело. Ну, чем я хуже других? Барину мой танец больше твоего понравился. Ну, тогда-то он меня и приметил. И прямо в столовой на столе. Хочу выпить за вас. Анна, я долго делал вид, что вы мне безразличны. Я хочу, чтобы вы знали. Барину мой танец больше твоего понравился. Ну, тогда-то он меня и приметил. И прямо в столовой на столе. Вся моя жизнь, слышите, вся зависит только от вас. Анна, что с вами? Вам плохо? Простите, я, наверное, слишком устала. Мне надо идти, простите. Анна, постойте. Доктор, что, ей хуже? Ничего страшного. Она слишком слаба, чтобы говорить. Что мы можем сделать для нее? Распорядитесь, кормите ее получше. Да со временем почаще выводите на воздух. Дайте время, она поправится. Она сказала, что ничего не помнит. Это что, тоже из-за болезни? Ну, сейчас трудно что-либо сказать. Значит, можно надеяться, что она вспомнит? Ей нужен покой. Пойдемте поговорим там. Прошу вас. Спасибо. Я что-то сделал не так? Дело не в вас. А в ком? Просто я слишком много помню. Господи, ну почему же нельзя все забыть, все, что было раньше, и начать все сначала? Зачем? Зачем мучить себя прошлым? Ведь это так больно. Я лучше уйду. Нет. Анна. Анна, глупо рассчитывать, что вы можете все забыть. Я заставил вас танцевать здесь, в этой комнате. Я это помню, но сейчас дело не в этом. Владимир, Полина рассказала мне, что тогда в этой самой комнате на столе вы... Если это правда, вы сами поймете, о чем я. Я прошу вас, скажите, что это неправда. Скажите, что это жестокая ложь, и я вам поверю. Скажите, что Полина солгала. Thank you.
Мне бы хотелось, чтобы это было так. Нет. Видите ли, уважаемый Петр Михайлович, наш мозг – крайне хрупкий орган. Его легко травмировать. Больная перенесла сильнейшее потрясение. А из-за выстрела Марфы? Ну да, поэтому она и не помнит ничего о Марфе. Вернее, она не хочет помнить. Сознательно? Нет, скорее наоборот, бессознательно. Поэтому надежды на полное возвращение памяти почти нет. Я заеду к вам завтра. Всего хорошего. До свидания. Не думай ни о чем. Ну, право, значит, Господу не угодно, чтобы вы встретились. Вполне возможно, что она живет где-нибудь счастливо и даже не знает, что у нее есть еще один отец. Не еще один отец, а единственный отец. Петр, ты отец Андрея, Сони и Лизы. И им ты нужен больше, чем кому бы ты ни было. Да. Прошу прощения, ваше сиятельство. К вам Карл Модестович Шулер. Сказали, что очень важно. Зачем это? Что ему нужно? Не сказывали, только велели передать, что срочное дело. Да ну, ерунда какая. Я знаю этого прохвоста. Опять что-нибудь выдумал. Ну, проси. Что на этот раз выдумал? Все равно ничего не получит. Анна, прежде чем уйти, послушайте меня. Я не хочу. Я не хочу больше с вами разговаривать. Анна, вы слушайте меня. Анна, что сделано, то сделано. И ничего уже не изменишь. Я не оправдываться хочу. Я хочу объяснить. Мне не нужны ваши объяснения. Анна, послушайте. Анна, в ту ночь, когда вы ушли, я был в отчаянии. Я был зол на себя за то унижение, которому вас подверг. Но мне было... Господи, да что ж такое-то? Мне было невыносимо смотреть на то, как вы с Мишей смотрите друг на друга. И поэтому вы заставили меня танцевать? Да, вы ушли. Я остался один. Но поймите, мне нужен был кто-нибудь. Аня. Кто-нибудь? И кто-нибудь оказался Полиной? Анна, послушайте. Я не тот человек. Я был не тем человеком, кем был в ту ночь. Анна, я клянусь вам. Слышите меня? Я клянусь вам. Я клянусь вам, что вы никогда больше... Господи, простите меня. Слышите? Послушайте меня. Послушайте меня. Если вы выйдете за меня замуж, я никогда больше не сделаю вам больно. Вы будете счастливы. Я клянусь вам. Мой прежний хозяин в моих услугах более не нуждается. Вот я и пришел узнать, не нужен ли вам управляющий? Хозяин прогнал. Хороша рекомендация. Нечего. Зря вы так, Марья Алексеевна. Вы же знаете, во всей округе лучшего управляющего не сыскать. Ну почему же барон тогда от вас избавился, а? Скажите на милость. Князь, говорят ведь, чужая душа потемки. Барон человек непредсказуемый, темный. Я попросил бы вас выбирать выражение. Барон сын моего лучшего друга. Вы, господа, просто всех его секретов не знаете. Так, довольно. Ну что-с, как изволите. Надеюсь, слухи не поползут. Иначе ведь горе для семьи, позор для девушки. Стало быть, не нужен вам управляющий. Ну что ж, всего доброго. Постой-ка. Что это ты там насчет нашей семьи-то говорил? Иди сюда, иди. Насчет девушки какой-то. Я ведь, любезная Марья Алексеевна, у вас на службе не состою. Он шантажировать нас вздумал. Что вы? Слова такие страшные произносите. Какой шантаж? Все по справедливости. Вот найду себе нового хозяина, с ним и буду делиться своими секретами.
А мы, значит, кота в мешке должны брать. Ну, говорите, говорите, да? Послушаем и решим, брать вас управляющим или нет. Хорошо. Мой прежний хозяин, барон Владимир Иванович Корф, обесчестил вашу дочь, Лизавету. Прикажите, господа. Тут второй выход есть с другой стороны. Действуй. А я ей здесь путь перекрою. Нам придется побыть здесь. Часа 2-3. Так безопаснее. Вам страшно? Не стоит. Пока вы со мной, вам ничто не угрожает. Воспринимайте это как небольшое приключение, которое очень скоро закончится. Оно уже закончилось, господа. Ваше Высочество, надеюсь, сегодня вы не станете геройствовать. Эту особу, воскресшую из мертвых, мы давно ищем. А что вы здесь делаете, Александр Христофорович? Да так, знаете, как-то так вот шел мимо по долгу службы. А. Мадемуазель, ну что вы стоите, как статуя, замерли? Сегодня я прошу вас обойтись без выкрутасов. Довольно. Что вам угодно? Мне угодно, Ваше Высочество, арестовать государственную преступницу, Ольгу Калиновскую, что я сейчас с удовольствием сделаю. Ты опять? Я, Ваше Превосходительство, не прогневайтесь. Молчать! Где Ольга? Второй раз. Пожалуйста, только не делайте мне больно. Не сметь. Это моя служанка. Ах, вот оно что. Ваша служанка. Ловко. Служан. Браво, Ваше Высочество, браво. Надеюсь, теперь я могу просить вас удалиться. Я устал с дороги. И хочу отдохнуть. Ах, отдохнуть.
Ваше высокопревосходительство. Что еще? Кайдамов выследил Калиновскую. Что, где? Они нас обманули. Это был отвлекающий маневр. Кайдамов и Ливхов преследуют ее. Угу. Похоже, ваше высочество, мои люди нарушили ваши планы. Не станем мешать вашему отдыху, ваше высочество. Похоже, у нас ничего не вышло. Очень похоже. Вы делаете мне предложение? Да. Я хотел, чтобы сегодняшний день вы запомнили на всю жизнь. Неизысканный стол. А предложение руки и сердца. Значит, вы все это заранее спланировали? Я не могу без вас жить. Я люблю вас. Каждый лишний день без вас потерян. Я живу в ожидании. В ожидании, что все изменится. Прервется череда бессмысленных дней. И однажды я осмелюсь. Однажды я найду в себе силы. И услышу в ответ «да». Однажды я смогу сказать: «Будь моей женой». И в ответ услышишь: я согласна. Да. Да. В чем дело? Почему вы преследуете нас? У меня есть приказ арестовать эту женщину. На каком основании? Я не обязан отчитываться. Князь Андрей Долгорукий, поручик. Алексей Кайдамов, жандармский корпус. Основание для ареста. Эта женщина государственная преступница. Вы ошибаетесь. Лёшка, что ты тянешь? Мне некогда пререкаться, господин поручик. Госпожа Калиновская поедет с нами. Прошу, не чинить нам препятствий. Вот так так. По какому праву вы преследуете нас? Прошу простить, обознались. Вы пытались от нас сбежать. Почему? А вы подумайте сами. Вокруг никого. И тут двое всадников мчатся за вами во весь опор. Ну, довольно. Едем. Но! Кажется, наш план сработал. Надеюсь, что Ольга уже добралась до того места, про которое говорила Лиза. Забавно. Еще неделю назад я бы никогда не подумал, что стану помогать госпоже Калиновской. Знаешь, перед отъездом Ольга сказала мне, что сожалеет о нашей ссоре, что хотела бы вернуть те времена, когда мы были подругами. Все так быстро меняется. Я не удивлюсь, если эти времена действительно наступят. Хватит для нас сегодня.
огорчение. Вы уверены, что они потеряли нас из виду? Я готов биться об заклад, что это так. Нам все удалось. Что ж, Ольга, вы в безопасности. И здесь я буду жить? Это наше старое фамильное поместье. Мы о нем долго не вспоминали, пока я не обнаружила здесь... Ни за что не останусь здесь надолго одна. Император знает, что вы живы. Если вас обнаружат, вы можете отправиться в тюрьму. Не все так страшно. Мы наймем слуг, они будут заботиться о вас. Ну, это пока здесь так все, так невзрачно. Но здесь очень хорошо летом. Жду не дождусь. И лето здесь длится целую неделю. Елизавета Петровна, я очень прошу вас, оставьте нас наедине. Знаю, что хотите мне сказать. Что вы все рискуете за меня жизнью. А, ну раз вы сами заговорили об этом. Александр Николаевич назначил вам немалую сумму на расходы. Вы ни в чем не будете нуждаться. Если не считать человека, которого я люблю, и который любил бы меня. Послушайте, Ольга, мы делаем все возможное. И мы действительно рискуем своими собственными жизнями. Хорошо. Я останусь здесь. Я буду жить здесь одна, как вы того хотите. Только я не обещаю вам, что это будет вечно. О чем вы? О том, что я вернусь. Когда вы меньше всего будете этого ожидать. И пропади все пропадом.